Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас заключительная серия по гайдам. Начну с того, что я забыл прикрутить поворотники и поставить в них лампочки. Поэтому сейчас быстренько мы с этим делом управимся. Покупаем две лампочки, устанавливаем их в поворотники. Раз и два. И теперь нам надо их прикрутить. Упустил я этот момент, прошу прощения. Так что, если кто-то смотрит, то у себя закрутите. Если не закрутили, я куплю здесь... отверточку у меня есть в машине же, да? Да. Так, как к ним лучше подлезть? Наверное, вот отсюда, да? Раз. Два. Три. Четыре. Замечательно. Так, все доделали. И у нас самая важная задача сегодня — покрасить автомобиль. Сейчас мы с вами едем к дому. Вот он, друзья, минус тонера жесткого. Просто жесть. Это просто жестоко. Фары вообще не помогут. Так что поедем с вами от третьего лица. Так, прицеп оставим здесь. Он нам там будет совершенно не нужен. Потому что тачку придется частично разобрать. Так, ну я думаю, мы ее здесь оставим. Не будет она здесь особо мешать. Так, придется ее, скорее всего, резать. Придется ее разбирать. Так что сейчас я все разберу и к вам вернусь. Ну вот, я думаю, как-то так нам особо ничего не будет мешать. Не стал я снимать опять поворотники. Ай, пускай стоят на месте. Я думаю, прокрасится все нормально. Так, ну и допустим, давайте посмотрим, сколько стоит кузов сейчас. Сейчас, в смысле, $53? $53? Она грязная еще. Ну-ка, давайте попробуем помыть. Как-то очень странно. Надо было посмотреть. Ну, сколько она стоит собранная, в принципе, можно найти в прошлых сериях. Да, частота просто, видимо, из-за того, что ничего-то не хватает. Ну, это как бы такая себе цена. Так, оригинальный цвет у нас АЕ 2Б 5Е. Ну и давайте... примерно его же и сделаем тогда. Мы копируем вот этот цвет. Идем с вами в магазин. Ну, можно и здесь купить. Я куплю здесь, чтобы далеко не бегать. А цвет. Вставляем сюда этот номер. И нажимаем Enter и покупаем. Купил сразу 4 баллончика, и то это будет мало. Ну и попробуем, давайте покрасить. Исправили. Раньше очень плохо красились вот эти вот ветровые рамки. Но сейчас вроде бы все как получается хорошо. Ее еще снутри надо прокрасить. Вот снутри, скорее всего, будут проблемы. Ну, что поделаешь. Ничего у нас пока не прибавилось. Ну, пойдем дальше по кузову. Лучше, конечно, покраской заниматься до сборки автомобиля. Это будет в разы легче. Причем пороги такая вещь, что их, скорее всего, придется лучше срезать. Тогда будет намного удобнее их прокрасить со всех сторон. Но мы потом машину поднимем на подъемнике. И попробуем пройти ее снизу. Ну, что получится, то получится. Но знаете, лучше сначала покрасить, пока все детали сняты. Задние крылья не имеют текстуру внутри, поэтому я их особо и не снимал. Только вот тут вот. Да нет, здесь тоже не красится. Но вот тут изнутри надо чуть-чуть пройти. Красочка быстро уходит. Посчитаем, сколько баллончиков всего уйдет. А с этой стороны
С этой стороны колесо мешает. Но сделаем как-то вот так. Запасочку, кстати говоря, можно убрать. Ее по-хорошему тоже надо покрасить. Так, давайте еще раз заглянем сюда. Ой, только не в багажник. Жестоко. Так, прокрасилась, ладно. Так, теперь отсюда как-то надо вылезти. Вылезли. Отлично. Да, так машину тяжелее красить намного, чем когда все разобрано. Так, ну получается осталась только передняя панелька. Это блики какие-то непонятные. То есть отсюда кажется, что не прокрашено, но на самом деле здесь смотришь, все хорошо. Все прям изумительно. Ну вот, как-то так. Ничего у нас не изменилось. Но мы переходим красить теперь передние крылья, двери. Двери нужно будет еще обшивку снять, чтобы внутри их покрасить. Капот, багажник. Так, крылья покрашены. Но я думаю, поставим потом все в конце, как покрасим. Переходим дальше. Четвертый баллончик кончился. Купаем еще. Свет последний сохраняется. Багажник готов. Давайте покрасим капот, а потом уже двери. Капот у нас тоже готов. Теперь нам нужен ключик. Снимаем обшивку. И начинаем красить двери. Чуть-чуть мне не хватило. Так, ну и вроде как получается, что все. В итоге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, грубо говоря, шесть. Ну, пусть будет семь запасом. Семь бутыльков краски. И машина у нас вроде как покрашена. Сейчас я ее соберу и посмотрим на стоимость ее. Так, ну что, машина собрана. Но единственный недостаток, я, честно говоря, не понял, почему так. Цена 1767. То есть общее состояние отлично, двигатель типа... А, чистота. Чистота, типа она грязная, давайте попробуем ее помыть. Но что-то мне подсказывает, что как бы нет. Это все не то. Машина сама по себе чистая. И это какой-то баг. Более-менее все прошло, должно хоть чуть-чуть, но прибавиться. Но... У нас ничего не у нас ничего не прибавилось. Ну и ржавчина тоже, смотрите. Ржавчина. Почему? Откуда? Машина ни капельки не гнилая, она вся полностью новая. Состояние цвета единичка. Давайте попробуем нажать заменить цвет. Ничего у нас не поменялось. Не знаю, с чем это связано. Почему так? Затрудняюсь ответить. Давайте я попробую перезайти и посмотрим, что у нас будет, что не будет. Но цвет почему-то... Все правильно, все сходится. Но почему? Никто не понятно. Никто не знает. Я не знаю. Ну что, перезахожу. Так, перезашел. Вот. Сработало. После перезахода все стало идеально. И машина в итоге стоит 14 148 долларов. Ну и 50 центов. Вот так вот можно полностью восстановить тачку. По максимуму ее загнать. Но это полностью в люксе. То есть это, во-первых... Кабриолет без крыши. Если поставить крышу, может быть, будет дороже, а может дешевле. Надо будет попробовать. И на литье, самом дорогом, самой дорогой резине, со всеми хромированными деталями. Но плюс к тому же здесь еще движок. Движок не прокачан. То есть обычный движок стоит. Заваренный див. Вот она. Красоточка за 14 тысяч. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Где же ты? Где же ты? Где же ты?